а творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфт. Ну, ко мне чаепитие. Ох, это чаепитие. В общем, это чаепитие and shot. Снимаю такие шот-видео, поскольку я уже сказала на одном из этих видео, сказала уже на видео, что не заснялось. Я заснимала 28 минут. 28 минут рассказывала, к сожалению, это видео не заснялось. Поэтому я снимаю такие шот и, в общем, не знаю, пересказываю про типа кент. А, вот я там восхищалась этой женщиной. Загрузила вам, как говорится, этикет. Этикет и восхищалась этой женщиной, которая там с букетом. Она такая, ну по-русски она говорит, я поняла, что она такая русская. Знаете, как по-французски, какая квартира шикарная, знаете, с этим букетом, смотрите, какая женщина, прям, знаете, вот, в самом деле, такая, знаете, такая, вся такая Париж-Париж, я бы сказала. Вот, ну, может быть, это в Париже и есть, может быть, я на самом деле вот, точно не помню, это, говорит она, где эта квартира, вот, ну, вообще, знаете, как вот она одета, вообще, с таким букетом, ну, вообще, такая квартира, вот, и говорила про огромное количество вот этих вот приборов, там, ну, про этикет, знаете, она говорила про готовить там, показывает, как готовить, в общем, принять у себя гостей. В общем, ну, я так понимаю, что это, наверное, рассчитано на такой хай-хай-класс. Вот, поскольку у нее такое количество вообще этих столовых приборов, вообще этих вилок, в общем, ножей, в общем, бокалов и так далее, вот, и тарелок, что просто, как бы, просто диву даешься, понимаете? Я просто, знаете, с таким... таким удивлением, поэтому я несколько раз это видео смотрела, вот, но с большим очень интересным удивлением, в общем, так это посмотрела. Ну, я вам тоже туда загрузила, ну, вот сегодня ВКонтакте. Вот такие вот дела. Вообще так красиво, чтобы ноги были красивы, как все было, чтобы было красиво. Так что помню. А, еще я рекламировала сегодня, что если у вас ноутбук, и вы подключены этим, как называется, Wi-Fi, роутером, ноутбук, еще там один компьютер, в общем, месяца, у них когда в МТС был, по номеру МТС, интернетом 850 рублей, я скажу, много-много месяцев, это же несколько лет пользуюсь, в общем, сейчас у них подешевело, и скорость больше стала, вот, и 600 рублей стоит, так что вот. Вот такие дела, а еще на этом видео, знаете, что еще говорила, а, обратили внимание, там загрузила такое, вот это вот видео Натальи Правдиной с розой, ах, знаете, это романтика, расцветает с весной. Ох, обратите внимание, какие у меня пиончики, знаете, как она там, это розы, понимаете, так это нежно, в общем, знаете, вот это вот, почувствовать, знаете, вот эту вот нежность, красоту розы, вообще, знаете, вот там, пробудить в себе такую чувственность, вообще всякое вот как-то. Так что вот. Я, знаете, как-то совместила, знаете, как нужно сказать, по Светлане Ермаковой. В общем, как, знаете, как это интересно, Светлане Ермаковой муж заранее подает заявку на любовь, на секс. Что вот. Ну, я так понимаю, что она, в принципе, как бы дома большую часть времени и так далее, а человек, например, занятой. Понимаете, если такая девушка-дама, она занятая, понимаете, такая вот заявка, ну, хотя, наверное, если заранее, а, если заранее, она, наверное, подготовится, ну, да. Она такая заранее, понимаете, это не спонтанно, знаете, так заранее. Так что вот. А так вообще, на самом деле, знаете, как туда вот настроиться, понимаете, такой, ну, такой романтизм, что-то такое чувственность. Вообще, это интересно смотреть. В общем, и совершенно уникальный, шикарный вот этот вебинар о любви Натальи Правдиной, да. И у Светланы Ермаковой я очень люблю слушать, понимаете, вот эта ее заявка на любовь, на секс, я не слышала такого никогда, понимаете, вот это вот. Эти отдельные спальни, вот это вот переговариваться, и вообще вот эта заявка, то есть на самом деле, вот это вот, на эти любовные отношения, то есть это вообще так, это, как понимаете, как-то интригующе, романтически, такое
интригующий, знаете, как-то вообще такой, такой романтический был. И пионы, знаете, такие шикарные пионы. А там она приходит с букетом цветов, вот это вот, где говорится про, как говорится, вот это вот такая парижская женщина, и предлагается людям, которые, например, там, тема для разговора, если как бы общую тему не найти, то, в общем, о цветах, в общем, о цветах поговорить. Тоже очень интересно, правда? Как-то вот так особо не задумываешься, что поставить вот цветы, знаете, такое вот, тоже такая вот фишка, такая интересная. Но больше, конечно, меня эта женщина восхитила с этой квартиры Париж-Париж, как она сама выглядит, какая квартира. Я просто тоже, знаете, у меня такая дома, я делаю, знаете, под Венецию. У меня, знаете, как под Венецию, такая вообще красота, вообще продумываю такие, у меня такие занавески. Ну, видите, да, такой у меня эксклюзив, вообще тоже такой, очень красоту такую люблю. Что такое много такое своими руками, например, что что-нибудь такое пропотали, или золотом. Вот стульчик стоит золотой. Я его покрасила просто на улице, там еще в Эллинге, вынесла на улицу и покрасила его золотой красочкой. Так что вот. Так же, как и вот этот вот антикварный столик, я решила позолотить, потому что я не люблю, знаете, вот такое вот, как-то вот. Я лучше люблю, знаете, вот под золото такое состаренное, понимаете, вот такое вот. Золото состаренное. В общем, как, и вот этот столик очень шикарно получился, еще со временем так чуть-чуть как-то вот это вот. Вот, просто, просто шикарно, шикарно. Вот. Ну и стулья тоже. У меня ноу-хау, между прочим, я рекламирую тоже себя, кирпичом и крамполином, взял Салмана красить. Вообще, знаете, такой арт-дизайнер, такой арт-художник. И картины такие очень шикарные, у меня такие фиолетовые, с золотом. И, в общем, я стулья очень красиво крашу. И вот, другие стулья у меня покрашены белым. Знаете, вот прям по морозу, по дождю, ну и когда немножко накрапывает, знаете, вот это золото, потом немножко беленьким, очень получается очень шикарно под старину, потому что, если вы обратите внимание, стол, который у меня стоит на в Гранд Ресторанте, это, знаете, такое специальное старение, ну, как бы, такая мебель, new old, специально, знаете, такая специальная техника есть. Вот, я очень, кстати, интересуюсь специальной техникой. Если быстро говорить, думаю, так можете посмотреть. Там сначала наносится несколько слоев краски, а потом так немножко шкурочкой, такими штучками, знаете, вот так под, немножко так вот под старину делает. Так что вот. Но для этого нужно такое творческое, знаете, такое творческое воображение, нужно знать, как вот это. Так что я буду уже нажимать, потому что, вот смотрю, заснялось это видео. 8 минут позитива со мной. Ой, с Татьяной Салмановной Мактум. Сайфудин.